Кто там, Сёма? Ну-ка, кто там? Молодец. Правильно. Правильно. Доброе утро, друзья. Вот сегодня уже 31 октября. Наташу собираю сейчас. Повезу. Мороз. Мороз. Минус один, друзья. Ну как-то не как-то странно. Ну как это 31 октября и такой мороз. У нас в сентябре вот такой вот был мороз. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Да, Сёмка? Ой, да, минус один, серьезно. Вон белая трава кругом. Серьезно, друзья. Я даже шапку одел зимнюю, чтобы затылок не мерз, а так привык все время без шапки. Да, друзья, немножко подморозило. Сейчас посмотрим, что тут не замерзло. Не, ну сама бутылочка вот эта, да, подморозило. Ну это коротенькое видео, друзья, так чуть-чуть. Всем привет и всем пока. Сёмочка, вот он мой, Сёмка. Тоже вам привет передает. Вот мы какие. Да. О, вон Наташа пошла. Привет. О. Все нормально? Доброе утро всем, вот. Так, а что? Она одета нормально. Это Наташина мама сейчас на завтрак идет, а Наташа Сёмку привязывает. Все, повез я ее на работу. Надо еще машину завести. Не, все нормально, все. Аккумулятор я подзаряжал. Ну, минус один, друзья, ну что вы. Ох, мороз. Не морозь меня. Мороз-то морозом, а у нас трава вон зашла, посмотрите. Уже он... Второй день как зашла, вот которую я сеял. О!